Всем привет! Сегодня у меня на обзоре будет свечи восковые. Вот этот хотела я ролик, правда, выпустить еще раньше, перед Новым годом, потому что я хотела слепить много новогодних свечек в виде елочек, там всяких звездочек, но, увы, не вышло. Так что ничего страшного, скоро старый Новый год. Так что это видео я приурочу к старому Новому году. Вот, давайте посмотрим, что в этот набор входит. Кстати, такие свечи я буду делать первый раз, поэтому я не знаю, что выйдет. Выйдет ли у нас вообще хоть что-нибудь. Вот, в общем, набор. Здесь написано, что в наборе 5 цветов. Вот, как видите, не соврали. Фитиль, стек и буклет. Вот, это мы отложим все в сторону. Теперь будем смотреть, что у нас все-таки здесь лежит. Фитиль. И, собственно, 5 таких восковых пластиночек, которые между собой разделены и такой вот бумажечкой, наверное, чтобы, да, не слипались. Они вот перламутровые, кстати, они. Вот, 5 цветов всяких разных. В сторонку отложим и перейдем к буклету. В буклете ничего особенного. Здесь просто разрекламированы другие виды и наборы из этой же серии. Лепим свечи. Вот, в общем, всякие разные. Кому интересно, могу показать. Вот такие. Вот набор как раз наш из перламутровых свечей, из перламутрового воска. И здесь как раз четко новогодний, скорее всего. Здесь, да, вот золотой серебряный воск добавлен. Здесь уже набор с формочками. Кстати, эти формочки я купила не к этим свечкам, когда делала имбирные печенья. Вот. Кстати, да, это очень хорошая вещь. Формочки вы не только можете их использовать для лепки, там из пластилина или свечек, а для готовки. Вот. Короче говоря, давайте быстренько перейдем к самой лепке. В общем, я решила. Часть свечек я сделаю с формочками. Как раз вот у меня есть зеленый воск. Я сделаю елочку зелененькую. Не знаю, с какой она толщины выйдет или сколько свечек здесь получится. Надеюсь, хотя бы на одну толстенькую или на две такие плохенькие хватит. И сделаю, как вот здесь вот указано, ну, что, как говорится, по ГОСТу, ну, не по ГОСТу, а примерно такую свечу кругленькую, вернее, не кругленькую, но вот белую попробую слепить. Не такую, а просто я имею в виду стандартную вертикальную свечу. Вот. Хотя можно будет и попробовать такой кругляшочек слепить, правда, я без понятия, как его тут катать. Так что... Сразу же хочу прокомментировать. Думала снять на быстрой съемке сразу же. Думала, ага, оно легко получится. А тут небольшая загвоздка. Я теперь не знаю, как выковырить воск из формочки. Во-первых, она не продавливалась. Я не знаю, этот рассчитан на детей. Ну, в смысле, набор, это детский набор. Но я давила с большой силой. И она с трудом продавливала. Я без понятия, как бы, как дети должны... Кто должен вместо детей продавливать? Ну, наверное, родители. Была красивая елочка, вот за счет того, что... Я вообще не знаю, как выдавить сейчас, как протолкнуть. Буду портить тогда вот так вот выдавливать. Наверное, у нас елка не получится. Вот видите, ничего не выходит. Thank you.
общем, так вот выглядит то, что я налепила. Конечно, это все неаккуратно. Но самый удачный вариант — это вот эта вот свеча. Так что в следующий раз я не буду заморачиваться, вылеплять из формочек всякие разные варианты. Просто буду делать стандартные свечи. Хотя, честно говоря, оно вот так вот в виде формочек интересно смотрится. Вот так вот поставил себе и радуешься. Вот. Самый неудачный вариант, я вам скажу, вот этот вот. Сделать хотела я круглую свечу, но вышел какой-то астероид прям. Потому что на самом деле вот сам воск, как здесь указано, что это воск, он не очень пластичный, хотя пахнет по запаху как пластилин. Но он не мягкий, то есть он гибкий, да, гнется, но он толстый и неподатливый особо. То есть да, из него идеально можно лепить формочки всякие, вырезать. Ой, закрыла, что ничего не видно. Делать стандартные вертикальные свечи и все, то есть. Такие вот разве что можно делать, скорее всего, из огрызков, из маленьких вот. Налепил, либо сделать сначала скатать из таких вот остатков шарик, пополам разрезать и засунуть фитиль. Я до этого не додумалась, эта мне идея пришла уже в конце. Я не знаю, может, так и будет лучше делать. Сначала шарик катать, пополам резать и засовывать фитиль. И, кстати, да, здесь еще было указано, что при желании раскрасьте, вернее, украсьте цветными маркерами, этими, как его называют, клеем с блестками, например. Ой. Но я пожадничала на этой елочке, сделала чересчур много, вернее, немного толстый слой сделала клея, он плохо сох. Вот только сейчас вот высох, и то видно, вот, если я дотронусь. Блесточки видны. Так что, если будете красить цветным клеем, не делайте слишком толстый слой, то он будет мазаться и будет долго очень сохнуть. Вот. Насчет этих свечей я не знаю, у меня сейчас просто нет времени. Так что, если попозже к вам присоединюсь, возможно, так и не останутся, либо я их раскрашу. И самое главное, нужно проверить, как она все-таки будет гореть. Блин, у меня вот спичка не зажглась. Сейчас. Сейчас, ой, будем зажигать. Махмуд, поджигай. О, горит, однако. Нет, не горит. Блин, а что за фитиль такой странный? О, пошло гореть. Только не дыши, пожалуйста. Будем ждать, пока она разгорится. Кстати, нужно было бы проверить фитиль изначально, как он горит. Хотя вы сами видели, что я оставляла везде здоровенный фитиль, но он быстро пыхнул и еле-еле он теплится. Всех с наступающим старым Новым годом! Удачи, любви, везения, творческих успехов! Оставайтесь со мной, дальше будет интереснее.